Так, ребята, всем привет, это Спанч Куб, и мы, наверное, продолжаем, точнее, делать обзор модов. У нас идет предыдущий мод, под которым у меня не сильно подготовился сейчас. Вот это нам надо. Вот это. Я буду даже целый ход сейчас покажу, что надо для этого крафта. Нам надо вот шерсть. Мне кажется, надо любая шерсть, проверим это. Любая шерсть. Получим. Смотрите. Что мы сейчас уберем побольше шерсти. Понимаю, что так не очень классно, но... Так, смотрите. Так, теперь нам надо еще обычные лодки. Три, кажется, да. Да, три. Вот, убираем все это ненужное. Что нам надо? Итак, крафтим первую нашу лодку. Мы поставим вот сюда палки. Если не ошибаюсь, ставим вот сюда лень. Нет, мне кажется. Да, вот так кажется. И ставим сюда под низом вот эти штучки. Мы получим вот такую штуку, но попробуем, знаете, что сделать? Интересно, красный выйдет сделать нам? Да, вышло, так что давайте на красный. Смотрите, мы получаем вот такой. Вот. Такой вот. Кораблик. Так. Так, это зеленый флаг. А где у нас красный флаг? Подождите, сейчас. Минуточку. Будет ли это красный флаг? Еще не будет ли красного флага? Флага? Ладно, это зеленый флаг. Это будет зеленый флаг. Так, мы... У нас такая вот появляется... Вот маленькая вот эта штучка. Ну, это точнее, лодочка, если мы скрафтим ее вот. И у нас появляется вот такая лодка. Она очень быстрая. И прикольная. Тут еще должен появиться флаг вашего цвета. Я уже точно не понимаю. И что тут есть? Ну, тут у нас есть, например, сундук. Мы можем в него положить, например, такие нужные вам вещи. Даже верстак. И дальше плыть. У нас еще не только есть. У нас еще есть другой этот пароход. Но его нельзя скрафтить. Почему-то. Сейчас я покажу вам. Давайте сюда уйти. Пока. Показываю вам другой еще пароход. Это тоже относится к нашим, так говоря, пароходам, ну точнее, лодкам. Вот сюда мы так ставим. И мы должны получить как бы такой вот пароход. Так смотрел. Но почему-то его не получаю. Странно, конечно. Ну ладно. Ничего не понимаешь. Мы на нем можем плыть. Еще я хочу сказать, что когда я поставлю этот мод, мне повезет еще две какие-то ненужные штуки. Вот эти два. Хой какой-то и смаубот. Они у меня не пошли, они стоят текстуры. Если я нажму на кнопку, то они просто меня выкинут из Майнкрафта, так что их нельзя использовать. Итак, первое. Мы должны... Вот, это побольше намного, только что даже может два вместит человека. Тут больше сундуков, два их целых. И мы можем тоже так же плавать и бла-бла-бла. Вот и весь мод на сегодня. Все, с вами был Спанч Боб. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А я пока подожду Крипера. Ладно, все, это конец серии. Такой вот маленький модик, тут прикольный. Я же понимаю, что ты, наверное, не так встал, ну ладно, что-то будет. Спанч Боб, всем пока!